И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles, и сегодня мы пойдем за этими, как там они, паломники. В общем, короче, за ровами для вот сюда, я забыл, как они называются. В общем, пойдем доставать остальных, если время позволит, раб, провидец. Ну, в общем, короче, да. Вот за ними пойдем. Если время даст, то попробуем поулучшать, подобывать ресурсы и так далее, чтобы улучшать алтари. Вот, разместил я все вот так. То есть они немножечко торчат. Ну и бог с ним, туда-сюда торчат. Но зато очень даже равномерно все. Здесь, ну, башню, короче, вообще полностью переделал. По сути, мне сейчас это не к чему туда забираться и так далее. То есть они, по сути, остаются декоративными. А здесь немножечко подолучил, вот башню доделал и лучников подраскидал, потому что чистка все равно будет, чистка успеет еще старого типа появиться. Так что, да. Пока что как-то так. Здесь у меня вот пустота, здесь тоже пустота, все поубирал. Здесь у меня голем стоит, который дерево у меня фармит. Я специально все поубирал, чтобы дерево стало спавниться, и он у меня это дело все лутал. Так, за кем мы сегодня пойдем? Точнее, сегодня-то мы пойдем за всеми, кроме Сета и Эмиром. Эмир у нас находится в Асгарде. Сета я, наверное, лутал где Супимером. Или как там ты? Сепимера. Вот, это я здесь лутал и в Асгарде лутал. Что как бы логично. Йога можно найти, это точно вот здесь, в этом место призыва. Ой. Переключился. Как ж ты называешься это? Деркета. Или Декета. Ну, в общем, короче, вон ту кошатницу можно найти. Там же, собственно, ее только там, по ходу дела, и можно найти. Ну, хотя не факт. Может, и вот здесь вот где-то Черный Галеон. Кстати, вот Черный Галеон, а кто у нас там? Потому что у них структуры, ну то есть эти сокровища Деркета можно там найти. Поэтому черт его знает. Так, кто у нас здесь? Угу. Здесь тоже, наверное, йог. Я сейчас просто смотрю по карте и пытаюсь определиться, куда мы пойдем. А где я находил... А кто бы вспомнил еще? Хм. Хороший вопрос. Ладно, давай пойдем место призыва сначала. А там уже разберемся, что когда где. А, кстати, да, у меня вот такой вот офигенный факел. Офигенный факел на 167 часов. Это выбился он с дракона. Вот, и он кайфовый. Он в ночи освещает белым светом, и радиус у него, как я понял, все-таки поболее, и он поудобнее в этом плане. Львиный топор, блин, я, ну вот, сейчас я, короче, про него тоже расскажу. Все это дело будет по пути. Так, не понял. Ну, отлично, блин, картограф сломался. Опять надо отходить. Почему я это показываю, что если у вас такая же будет фигня, то... Оп, о, картограф подчинился. То нужно делать именно так. То есть отходишь подальше, подходишь поближе, и оп, все работает. Так, летим туда. Топор, вот этот, как там, львиный, он конченый. Это еще, так сказать, легко сказано. То есть вот этот топор... Он прям... А, львиный топор. Он конченый. В каком плане? Если мы его берем, допустим...
палач, да, про палача берем. У него, допустим, ДПС 246. Но правая кнопка мыши, все хорошо. Левая кнопка мыши, логично. То же самое. Но если вберем вот этот топор, правая кнопка мыши, увидели, да? Три. Мне даже вот интересно. Так, погоди. Да я с кулаки Понимаешь? Я с кулака по 5 наношу. Вот. Но левая кнопка мыши, он все нормально. Я чутка подохренел от того, когда я просто захожу к этим, к скелетам, по привычке жму правую кнопку мыши, а мне говорят: а вот фиг тебе, а вот фиг тебе. И я просто не знал, что делать, потому что палача я уже выложил. Потом, конечно, задумался, думаю, а что если левую кнопку мыши прожать? А вдруг прокатает? Да, проканало. Все отлично. То есть с этим проблем не оказалось. Зачищаем немножечко проход. Что-то я привык идти через центр и... Точно, сейчас здесь будет музыка играть. Вот так. Отключил музыку в плеере. Вау! Да иди ты в баню. Кстати, броника давай глянем. Че уж, раз уж тут, почему бы броника не глянуть? Ты, к примеру... Да. Да. Даже не второй левел. Здесь у нас повар всегда. Так. Отлично. Он уже именной. Это хорошо. Я просто не помню. Может здесь быть не именной? Вот прям реально не помню. Но вот... Тарфарский знахарь. Это должен быть все-таки жрец, по идее, должен быть. Ну, я надеюсь. Вот, нашел. Что-то не по глазам было. Отлично. Берем тебя. Берем на хоме. И все отлично. Теперь можно включить музыку. Эти дебильные барабаны выключились наконец-то. Раздражает вот это вот, когда они специально включают какую-то определенную свою музыку. И ты с этим типа... Да, да ладно, знахарь это все-таки алхимик. Хотя вот он, казалось бы, стоит около алтаря. Но я так и думал, что это не может быть правдой, скажем так. Ну, хотя там отображается. Хотя он отображается не только там. Отображается здесь. И чуть ниже. И чуть левее. И чуть правее. А, вот спокойствие Митры, это вот там как раз-таки у нас и находится этот жрец Митры. Точно, точно. О, кстати, точно. Хавку взять надо. Ну ладно, что, погнали. Погнали, как говорится, обратно. Не сюда, не сюда. Да ёб твою за ногу. Во, сюда. Не, ну так-то... Ой, опять музыка. Так-то вот алтарь, говорю. О, жрец Йога. Отличненько. А вот теперь ты попался то, что нужно. Причем зашел сюда с... просто так, типа проверить. Ну, тоже хорошо. Отлично. Ой. Ну, хилку-то зачем было юзать?
Ну ладно, давай, на всякий случай возьмем тебя. Не именной, конечно. А что поделаешь? Всяко будет лучше, чем ничего. Ну, я сейчас пойду сгоняю все-таки к другим. Да, вот эти жаровни, это тоже в эти... Да, вот он, жрец. А, так я не запустил вас. В казну надо будет ставить. Вот, ну... Как бы пока что так. Кстати, а эти-то у меня... Именные были хотя бы? Или нет? Я вот этого что-то не помню. А, провидица Анастера. Это точно именная. Ну, жрец Йога точно не именной. И здесь, да, этот все именные идут. Ну, тоже надо будет именных обязательно ставить. Так сказать, личная прихоть в этом плане. Кстати, у нас еще здесь, но я не помню, чтоб у них там алтарь был. Алтарь, алтарь, алтарь. А сверху есть? Но, судя по карте, нету. Ладно, погнали обратно туда же. Кстати, как освещает... О, видали? Какой радиус. Вообще просто огонь. То есть радиус прям вообще супер. Так, погоди, вот этого на карте нету. Но, ты посмотри, здесь алтарь йога. А, ну здесь стоит колдун. Боец, кожевник. То есть алтарь-то, может, и стоит. Но здесь был не тот, кто нужен был. Вот такие вот дела. Ладно, сходим сейчас по местам, где отмечены. Зайдем сюда также сейчас и пройдусь по местам, где отметки на карте стоят. Бнару подобаю кулаки. Если что, это именной броник. Именной броник. Ну, тут как бы сидел просто так. Я подошел к нему, уже замахнулся. Смотрю, у него никто. Полоска такая желто-красная. Он вздыхает. Но меня радует то, что это броник на вес. На вес мне пофигу, у меня такой же броник есть, так что я не такой уж лошара. О, это отвратительно. Просто вот как? Как это я так сделал? Ну, здесь как бы все те же самые. Ничего нового. Все хорошо. Забытое старое. Кстати, здесь что-нибудь вообще есть? Дополнительно какие-нибудь бумажки, бумажки. О, вы учили мы молиться Сири, молиться стой. Обалдеть, я что, раньше это не изучал, что ли? Вот это я могу. О, в пещере прям вообще огонь хорошо видно. Самое что смешное, я сначала лазил поверху, лазил, понять не могу, почему она отмечается. Ну, да. Прошелся по старым местам, вспомнил, что точно, здесь же я когда-то блуждал. И тут много кого можно найти. Не помню, кого я здесь пытался найти ранее. Ну, ранее это когда? Когда я играл несколько лет назад на серверах. Но я помню, я здесь кого-то пытался найти. Здесь лучник всегда тусует. О, даже два. Прикольно. Здесь вообще может быть все что угодно. И здесь... А, точно, я здесь именного алхимика лутал. Да-да-да-да. Если я не ошибаюсь, то именного алхимика. Так, лицедей, плотник, лицедей, плотник, лицедей, лицедей. Кстати, заценили, да, как хорошо освещает вот это вот? Прям вообще огонь на очень далекие расстояния освещает. А, здесь какой-то такой прям клевый кто-то был. Тихо, тихо, тихо. Страж. Ты воин?
Интересно. Но тебя мы обязательно оглушим. Тут без вариантов. Так, погоди. Исповедник Асуры. Интересно. Да, в инвентаре у них всякий шлак, это понятное дело. Здесь вроде бы сундук есть, вроде бы нет, тут я уже не помню. Но основное, конечно, я здесь лутал всегда серу. Слушай, или я за тобой бегал? Блин, я помню, я за кем-то постоянно бегал сюда. Ждал, когда заспавнится. Ну и серу здесь лутал. Ладно, летим на хоме. Давай смотреть, кого я сейчас в итоге притащил в дом. Ай, звучит, как будто я это домашнее животное какое-то притащил. Хопа! 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 Отлично! Это жрец йога, а это исповедник Асуры. Ну-ка давай, исповедник! Крути колесико! Крути колесико, родненький! И посмотрим, кого я в итоге притащил домой. Ну вот, пока позанимался внутренними делами по дому, он уже доработал. Отлично. Давай смотреть, кто это. Давай начнем с тебя, раз уж ты. Так, погоди-ка. Йога не могу. Асура, это ты? Интересно. Ну, давай вот ради прикола попробуем куда-нибудь еще запихнуть. Ну да. Реально, жреца Митры нашел. Вот так вот. Ищешь, ищешь жреца йога, а находишь жреца Митры. Ну это хорошо. Жрец Митры — это очень даже здорово. Ну, мне он как бы все равно нужен. Так что, неплохо. Это у меня получается именной жрец Митры. Мне осталось... ну да, именного бы еще бы йога найти. Вообще было бы огонь. Но пока и такой поработает. Тоже хорошо. Так, мне нужно Азата и Даркетто. Ну, для начала йогу все-таки посмотрим. Уи! На нафиг! Минус ноги. Сделал тут дела по дому. В плане изготовил немного стрел и поставил на изготовление эти. Кстати, здесь у меня именные, да, не все? Да, именные. Отлично. Поставил на изготовление взрывного порошка. И чтобы можно было... Кстати, да, я вот эту хрень искал. Она оказалась здесь. Чтобы делать взрывные стрелы. Потому что чувствую, мне скоро нужно будет сгонять в зимушку. А там по пути сгоняем в зимушку. И нужно будет добыть это звездного металла. Немного. Погнали. Так, судя по карте, у нас еще здесь должен быть жрец. Давай посмотрим. Так, ну, в такой шапочке всегда повара. Так что на них можно не обращать внимания. Лицедей. Ну, чё-то как-то вообще ни о чем. То есть здесь был лицедей, повар и еще кто-то. Чё-то какая-то хрень с этой картой. Может, наверху? Слушай, может, наверху? А, не-не-не, дальше. Он там наверху показан на карте. Это как раз вот здесь выступ. Так, ну-ка, закарабкайся. Да-да-да, левее. Здесь вот как раз это выступ, это не тот. А это левее по карте. Правее от меня. И вот там уже мы видим, люди тусуются. Да, вон на поселение, все дела. Угу. Здесь уже больше походит на правду.
Ну, это всегда бойцы идут на входе. Боец. Это сраная надпись, чтоб тебе икалось. Боец. А, боец. А вот смотри, как я могу. Вот так вот. Так, йога мы видим. Жрец йога. Ну что такое? Не именной оказался, чувак. Мне даже интересно, что там такое находится. О, кстати, йог именной. А не находится ли он случаем где-нибудь здесь? Там же тоже были алтари, и там дарфари должны быть. А вот это уже интересно. Мне мысль в голову пришла. Так, здесь всякая хрень. А здесь у нас кто? Естественно. Но мне интересно, что там. Надо залезть. Ой, какой же кайф, а? Это просто кайф. Мне не пришлось никуда ползать. Я просто... обожаю. Только ради этого моста уже стоило это все дело изучить. Это я тебя точно не читал. Что-то какую-то хрень сказал, если честно, вот эта вот табличка. Очень много не по... Понятного текста. Башня упырей. А-а-а, это та башня. Здорово. Ну, ты-то изичный. Белая смерть. И у тебя должен быть кровь демона нетопыря. Да-да-да-да-да. Кровь демона нетопыря. Угу. Алтарь нетопыря. Я не помню, что здесь надо положить. Что-то здесь надо положить. Ой, и дадут посох. Точно. Но я не помню, что здесь надо положить, поэтому пока что кровь пускай лежит у меня в инвентаре. Когда-нибудь мне пригодится она. Больше ничего здесь интересного нет, да? Ну, очень радует, что мне... Оба-на, стоять. Ага, во. Новое знание. А, готовка. Отлично. Очень радует то, что я не залазил вот сюда наверх, а просто по мостику прошелся. Это очень сильно сэкономило мне время. Я прям несказанно рад этому. Здесь то же самое. Но, судя по виду, здесь то же самое. Да. Здесь то же самое. Ой-ой-ой. Так, в общем, бежим, значит, как далеко наверх. А, сюда телепорт. Вот здесь телепорт. Так, и вот так. Да практически то же самое. Сейчас через крокодила пройдусь и там еще залутаюсь в сундучок. А ты несешь всякую хрень. Ну, по крайней мере, я что-то допереть не могу. Что ты несешь? Ну, абстрактную хрень назовем так вот. Ну, не хрень, прям хрень, а какая-то абстрактная хрень. Ой, вот вы идите в зад. Меч оплот какой-то. Что за меч оплотом? А, увечье, свечение. А, так это тот, который это. Ну, это меч оплота. А тот был с таким же этим. Как там он? Джедайца был. Он светился тоже. Ну, в любом случае, двуручий и неудобный. Мне. Прикольно. Слева надпись «Жара». Надеваем щит. Нет надписи «Жара». Градусы все еще те же самые, но защита от жары работает. Прикольно. Вот оно, еще одно поселение. Здесь вроде бы дарфарин, но не факт.
Сигилилце. Хайборице. Ну, то есть здесь вообще не важно, чье поселение. Угу. А здесь у нас смешанное поселение. Тогда даже интересно, кто мне попадется. А, находится он... Ох, далеко отсюда. Ладно, поищем. Здесь уже будут не только люди, но и какие-то вервульфы. А, вервульфы, я имею в виду, что... Воу-воу-воу. Легче. Ой, дурак, ты чё под руки-то лезешь? О, дурной-то какой, а? Я, может, убивать-то бить тебя и не хотел сейчас. Чё ж ты под руки-то залазишь? Материал, конечно, забираем. Суп из семян. В общем, еда пригодится. Однозначно. Вот они. Не помню, как они здесь обзываются. А, оборотенген. Ну, тоже, можно так сказать, вервольф. Верген. Ну, в общем, вы поняли. Оборотень. Типа оборотень. Череп гиены. Это мне точно не нужно. Боец. Колдун. Колдун. Это все соберем. Это уже ни к чему. Так, давай посмотрим, что мы с тобой сделаем. А, так у тебя хп-то вообще ни о чем можные. Серьезно, просто шкура. То есть даже не то, что он там типа такой мощный, усиленный. Ну, могли бы хотя бы кровь демона дать, я не знаю, там, жлобы. Боец. Ну да, у меня... Я бью по рефлексу. Чё, здесь одни какие-то бойцы. Раздражает вообще-то. О, добрый вечер. Боец. Боец. Колдун. О, жрец Джеблсага. Ну, ты мне пока что не нужен. И вот, походу... Хотя нет, нифига, отметка-то не здесь. Так, что-то мне вот это вот... Тварь с копьем прям аж выбесило. А, ты еще и с кинжалами, ёп. Туда. Блин, на косточке. Тоже опять-таки же еда. А еда это всегда хорошо. Ничего интересного. Но жрец Живлсаг здесь. Это, конечно, да. Это, конечно, необычно. А как изучить танец? Или я его умею так танцевать? Кто бы знал. Ну ладно. А, так я умею так танцевать. Это, походу, дело то, что у меня врожденное было. То, что я изначально умел. Хе, прикол. Может, поэтому я и не изучился. Так, ладно, это повар. Мне вообще надо в другую сторону бежать. Вот только не... Ой, вон там наверху, походу, дело. Ё-моё. Ну, это беда. Ну, я забрался наверх. Нашелось только два сундука. Один здесь, другой он там. И никакого жреца здесь нету. Монетки. А судя по карте, жрец находится... Здесь. Но может быть он там внизу. В общем, короче, почти зазря слазил. Но хотя бы вознаградили монетками. Это уже хорошо.
Наверх точно залазить не нужно. Даже интересно, где здесь может быть жрец? Лицедей. На, сильщик. Еще халявные ресы. Да и все. Что-то какая-то жопушная жопа. Может, он типа не заспавнился? Хм. Да. Ну, в общем, додумался я нажать на интерактивной карте на место спавна, и там так написано: Джебл Сага Прист. Блин, вот тупица. А вот там, где я на Митру нашел, там для Зара тоже можно заспавниться. То есть либо Митра, либо Зара. Что тоже довольно-таки неплохо. Справа, то есть вот здесь вот там, где-где-где-где-где, вот здесь вот там, спокойствие Митры тоже может быть либо Митра, либо, ну там, Заст написано, но Зара. Такая вот приколюха. Здесь всегда обязательно идет Йог. И... Так, так, так. Вот здесь вот это тоже всегда идет Йог. Ру-па-па-па-пам. Интересно. О, Йог-прист еще у нас находится... Вот здесь, ну, в центре экрана. Так, а вот здесь Митросет и Йог. На корабле Митросет и Йог может находиться. Хм, интересно. Ну ладно, в любом случае надо валить до дома. Да, перевес. И уже там, соответственно... Так, скидываем. А, там, соответственно, будем это... Оттуда, точнее, отправляться на поиски дальше. Я так скажу, я не знаю, сколько бы заняло у меня время, но жрец Йога — это и есть именной жрец. То есть они так и называются, жрец Йога. У них нету имен. И чисто именные, они только с чистки появляются. Хорошо, что залез в интернет посмотреть. Но, в любом случае, мне нужен Деркетта. Деркетта, ну, или Декетта, короче... А, не, Деркетта, все правильно. Деркетта, они тусуются только там, где мы изучали Деркетта. Все легко и просто. А это Зара, собственно, сейчас пойдем туда же, в пещеры. А Зара, как я понял, в двух местах. А здесь и здесь. Правильно же, да? Да, правильно, здесь. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Это Митр должен быть. Да. Просвещение к Митре. Тихо, тихо, тихо. Какие все серьезные, просто ужас. Хе, прикол. А, ладно. В пещеру. Я думаю, лучше сгонять в пещеру. Точно. Точно, точно, точно. Вот то место, где тусуется просто огромный паук. Я когда его увидел, это просто отвращение. Я в целом не переношу пауков. Ну, прям сам по себе не переношу. Ну, блин, ну вот прям... Наверное, я и всех насекомых не переношу, но пауков я не переношу. Нет, ни страх, ни там вот это все. Но... Ну, увидеть такого паука в игре, это, конечно, да. Еще то отвращение. Я не помню, что с него дропается. Вроде бы это такой же, типа, как этот... как крокодил, вот этот, которого я убивал там уже не раз, да? Вроде бы это вот то же самое. Но крокодил выглядит не так отвратительно. Вот без шуток. Сейчас как бы ночь,
И вот давай я вам освещу вот это вот. Насколько это отвратительно выглядит при свете. Вот так вот и сражаться. Хоп! И свернулся туда. Да, вот он, ключ от всех дверей. Отлично. Но я лучше это, крокодильчика разбабахаю, чем вот с таким пауком. Вот так вот примерно я к этому отношусь. А чё тот труп не засчитался? Не, ну теперь за мои старания надо найти сундук. Надо прям сундук найти. Где этот сундук лежит? Вот он. О, кинжальчики. Кинжальчики. Жайбарские ножи. Кровотечение, легендарный, болезнь, оружие, 45. Слушай, интересно. Интересно. Их будет затестить. Ну, сейчас в пещеру пройдем и затестим. Нифига мы в пещере не затестим. А может здесь и без этого срань темная. Ты чё, дурная что ли? Мечами размахивают. Решил серый подлутать, потому что что-то у меня серый как-то не очень. Но я сейчас задумался, я сейчас перевес себе схлопочу. А как я буду телепортироваться с перевесом? Ай, медобедовая. Значит, мне судьба. Броник. Да, здесь два танцора. Да хорош, задолбали уже, блин. Сколько можно? Так. Вот лук бы на всякий случай взять. Он явно будет поинтереснее. Ага. Смешно. Отлично. Алхимик. Ну, значит, я правильно помню про алхимика. Так, ну алхимик-то... А, точно, правую кнопку мыши. Ага, ага. Алхимик мне не нужен, алхимиков у меня полно. Но с тебя я помню, что... О, капюшон Асуры. Дропается с них вот это вот шмотки Асуры. Легкий доспех. Урон оружия для проворных плюс 6%. Защита, конечно, вообще ни о чемушная, но дополнительный урон дает. Но защита вообще ни о чемушная, то есть, ну, как бы такое себе. И, по сути, да, здесь больше мне делать нечего. Слушай, здесь точно сундуков нету. Что-то мне казалось, что здесь был сундук. Казалось. А может, убрали. Кто ж знает-то? Так, уже подходим близко. Вот они, лемурийцы. Они же поклонники Даркета. А лучник? Это должен быть воин. А, нет, тоже лучник. Чем-нибудь. Не, ничего интересного у них нету. Ладно, не будем рисковать. Ну, да. Что колдун, и так понятно было. Но на всякий случай решил вблизи убить, чтобы точно понять, он не он. Так, боец и лучник. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как из вас всех мне найти нужного-то? Так, броник, вот жрец Деркетта. Ну, найти будет легко. У него отличительная маска. Так, давай-ка вас
Раскидаем немножечко. Ну, я не знал. Я не знал, что здесь тоже может быть жрец тусить. Смотрю на маску, а сам уже прожал. Ну, думаю, да. Тут, как говорится, мои полномочия все. Жрец Деркетто. Ну, здесь случился несчастный случай. Я попробовал перезаспавнить. Снова перезаспавнился он же. Там никто не заспавнился. Вот, так что самое главное, что есть от Деркетто. Жрец. Остается только от Зара. И такое ощущение, что это чуть ли не самый тяжелый будет. Так, все, тусуйся. Там есть. Ну, по сути, да, есть везде. Сейчас, кроме Зара. Но это не сильная проблема. Надеюсь. Вот, сюда же тусуем. И направо по карту, по карте через реку. Ой, почти угадал. Вот сюда, а потом вниз. Маленький круг. А, паучок. С пол локации бегает. А у этих прикольно, у этих Дарфари здесь в клетке сидит паук. И около этого паука тусил колдун. И это не просто паук, он живой. Это, ну, то есть, обычный моб. То есть, если я залазю наверх, и эта тварь меня начинает видеть, то он начинает плеваться. Я просто пытался залезть, застрелить. О! Ну нафиг. Прикольно. То есть, типа, колдун поймал... ну, то есть, они поймали паука в чистокол и давай изучать, что, как, где. Но здесь я мимо проходил. Я мимо проходил. Еще шмотки Асуры. Здесь у нас урон спутника плюс 8, ошеломляющий урон плюс 10%. Здесь урон спутника и ошеломляющий урон. Еще дополнительные шмотки Асуры. А, был там у нас алхимик. Но алхимик мне явно не нужен. Поэтому у меня есть шмотки Асуры. Которые надо сюда скинуть к остальным шмоткам Асуры. Да уж, сколько я еще здесь пробегаю, черт его знает. Хм, прикольно. А тут теперь заспавнился повар. Повар Асуры, блин. Вот такая вот обредятина порой бывает. Тихо, тихо, тихо. Не, ну повар-то мне тоже не нужен. Допустим. Не знаю даже. Вот сейчас бегу туда-сюда. Решил не телепортироваться до дома, а прям побегать туда-сюда. То есть я вот добегаю до поселения. По крайней мере, сейчас это про канал, значит, это работает. Добегаешь до поселения, пошли в жопу, разворачиваешься и обратно. Добегаешь до алтаря, и там уже по новой спавнится. Сейчас, конечно, был Митра. А, конечно, дурная такая попалась, просто бомбочку разрывную бросает под ноги и сама вздыхает, по мне урона 0 было. Вот такие вот там жрецы тупые. И вот решил я, короче, посмотреть все-таки Зара или как-то не так. Ну, естественно, как-то не так. Религия называется Зата. Да, смешно, конечно. Всю серию, да, я называл ее Зата. Зара. Ну, могу, что поделаешь. А здесь вот Митра. Вот как вот. Ой-ой-ой.
Какие вы все серьезные. И причем только два места спавна. Здесь и в пещере. Все. Только вот в пещере может тебе... Да. Сами видели. И алхимик, и повар. И асуры. Он же жрец Митры. Кстати, интересно, жрец Митры это жрец Митры или все-таки асуры это... Не, ну блин, ну в алтарь же влез, другие в алтари не влазил, значит, по идее, все-таки это жрец Митры, асура. Вот такая вот тупость, а здесь эмоции изучаешь. Погонщик. Погонщик это вроде бы надсмотрщик. Ну это опять-таки же не тот. Это у нас сэр Бовен. Так, кто у нас за там? А, серка щелковая. Ну, в общем, сэра здесь точно никакого нету. Полкам ботинки. Кстати, очень удобно. Заходишь в пещеру, потом заходишь вот сюда. Сейчас. Оп, на черепочек приходишь. Типа есть шанс, что там кто-то заспавнится. Но тут самое главное, то есть, когда ты уходишь от какой-то пещеры, к какому-то поселению, то там идет перезаспавн. И, собственно, здесь это близко, намного ближе, чем я вот здесь бегал, отсюда вот сюда. Или даже вот сюда. В общем, это намного здесь ближе, удобнее и попрямее. Вот, поэтому, да, пока что бегаем. Несколько раз уже забегал, посмотрим, что получится, нет. Кстати, сейчас посмотрел видос. И что-то он как-то нифига меня не обрадовал, в том плане, что... Ну как, он просто командами убивал, перезаспавнивал и так далее. То есть, как бы, логично. Когда ты просто хочешь сделать ролик о том, где спавнятся эти чуваки, и вот здесь он не спавнится. Вот там, где я до этого, ну, типа, он пишет, не спавнится, и все. Есть всякие разные места, где он может заспавниться, как вот, вот это вот место. И в основном в песках все это дело. Прям вот даже то, где нахожусь я, да, около меня, куда я там постоянно хожу, даже там можно заспавниться. Ни разу не видел, конечно, но суть вы поняли. Типа шанс всегда есть, но не факт, что он будет. Вот. Боец, кочевник. Так вот, там он вот с этими асурами, он говорит, не спавнится. И это что-то меня удручает. Я не знаю, где тогда мне искать этого асуры. Ой, господи, асуры. Зато. Пристав. Даже интересно, это самая, так сказать, с пауками вот эта вот вера самая дебильная в плане поиска поклониста, уклониста, как он там, не помню. В общем, с ним больше всего заморочек, по ходу дела. Да ёб твою ж за ногу, да чтоб тебя, ублюдочная, тоже где двигаешься слишком висяче. В общем, я не знаю. Он даже говорит, типа, здесь даже шанс, что он тебе, типа, не заспавнится, а вот даже вот эти вот, и то есть какой-то шанс, что они заспавнятся. Тот нет, а вот эти могут. Бред. Плотник, броник, здесь два танцора. Тихо. Вот. И снова Митра.
Кстати, меня это прям очень сильно бесило, когда ты сюда приходишь за Асурой, а тут тебе Митра. Потому что ты чё? Какого фига? В общем, надо тусить там, где я до этого потусил. Но это уже будет потом. Сейчас я уже точно не буду ничего искать. Во-первых, у меня видос выходит за 50 минут. А во-вторых, у меня уже почти час ночи. Я снимаю 4-й час. И, как видите, не судьба, судьбинушка. Ну, не прет, так не прет, что поделаешь. На этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. В следующей серии будем искать, продолжать искать Зату, жреца, и улучшать по ходу дела все вот это вот. Трупов очень много, нужно будет наделать инструментов и уже фармить предметы, имеется в виду, то есть вот. Вот так вот, и пошел фармить вот эти вот предметы. То есть, как бы, бегаем по пещерам, так почему бы вот это вот дело все и не пофармить? Будем пытаться улучшать этим. Господи. Алтари. Будем улучшать. Буду улучшать, пытаться. Ну, кстати, ой. Никакого ужаса. Зато 14 лет душ. Все. На этом уже точно все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.